Здравствуйте, с вами снова Ростислав Петраков, и снова мы на канале Flat TV. Помните, учительский институт был летом? Так это улица 8 Марта. Здесь улица Дмитрия Донского, чуть ниже переулок Советский и чуть дальше улица Фучика. А все это вместе Архиерейская площадь. Именно здесь была резиденция екатеринославских архиереев. Сзади меня электроподстанция. Ранее здесь была архиерейская церковь, которая называлась Крестовоздвиженской. Но во время войны этот район очень интенсивно бомбили и немецкие, и наши войска, поэтому церковь не уцелела, а точнее ее не стали восстанавливать. Построили подстанцию. Дмитрия Донского 17. Старинное красивое здание. Здесь в свое время было очень много таких похожих сооружений, но после войны или не стали восстанавливать, или они сами разрушились. Но тем не менее, появилось много новых зданий. Построили подстанцию, построили гостиницу «Рассвет». А место Архиерейская площадь, точнее это название, известно сейчас разве что краеведам и историкам. С вами был Ростислав Петраков, с вами было Flat TV, и до новых встреч!